Прихожанин храма спросил священника: «Отче, почему люди среднего достатка намного желаннее реагируют на просьбы, чем богатые?» На что священник сказал: «Посмотри в окно, что ты видишь? Я вижу людей, проходящих мимо, дома, машины. А теперь посмотри в зеркало. Теперь я вижу только себя. Ну вот видишь, и там одно и то же стекло, но только стекло немножко посеребренное, а ты уже видишь только себя».